Чекни трейлеры МТГ, лучшие карточные игры. Мне не интересны карточные игры, в этом проблема. Сейчас бы чекать то, что тебе не интересно, жанр игр, который тебе не интересен. Круто. Я уже много раз рассказывал, что я Hearthstone начал играть не по своей воле, скажем так. Меня... Ну... Не... Короче. Я не помню, что уже говорил. Я помню, что я вот рассказывал много раз, что Hearthstone начал играть, потому что мне в реале показали, так сказать, игру. И Эрл ее показали, и я думаю, окей, ладно, попробую, а потом эта хуйня затянула. В целом, ну, карточные игры не мое. Я не вейдропнул Hearthstone. Несмотря на то, сколько я в него играл. Не люблю карточные игры. Артефакт более-менее нравился от Вольва. Но они обосрались. Охуенно, конечно, смотреть трейлер по карточной игре без вообще какого-либо намека на геймплей карточной игры. Это вообще, блядь, пиздец, блядь. Ты чё рофлишь, сука? Magic the Gathering. Так это же карточная игра. Что я смотрю? Нахуй я смотрю на эту хуйню, блядь? Дайте геймплей, лол. Дайте, кстати, анимации, картинки и прочее. Нахуя я это смотрю, блядь? Не, ну серьезно? То есть, ну... Это шутка или что? Я уже видел что-то по этой игре, они уже скидывали не раз. Ну, просто думал, ты скинешь какой-то геймплей, а не, блядь... Зачем вообще нужны ролики в карточных играх, я пытаюсь понять. Нахуя они нужны? Это просто, ну, бессмысленно и непонятно, для чего это нужно. То есть, смотри, ты умудрился скинуть 3 видоса, и ни в одном из них ты не показал геймплей карточной игры. То есть, как выглядят рубашки карт, анимации, там, стол этот игровой, как оно там, ну, я в ахуе.